На этой неделе отмечает юбилей детский сад «Семицветик». 5 лет назад к 80-летию Ненецкого округа открылось современное дошкольное учреждение на 300 мест. Жителей города оно радует своей необычной архитектурой, а маленьких и взрослых постояльцев – теплой атмосферой и комфортом. Накануне в актовом зале детского сада прошел торжественный вечер. На празднике в красиво украшенном актовом зале детского сада собрались сотрудники, воспитанники и почетные гости. Представители городского и окружного управления образований, молодежной политики и спорта, а также нефтяной компании «Лукойл» принесли с собой подарки, благодарственные письма и пожелали процветания детскому саду. Воспитатели и дошкольники, в свою очередь, подготовили интересный концерт. Креативные педагоги перевоплотились в героев мультфильма о Винни-Пухе. Скучать не пришлось. Развлекали гостей и стихами, и частушками собственного сочинения, и номерами танцевального коллектива. Юбилею в садике очень рады, ведь 5 лет, хоть и немного, но достаточно, чтобы достичь высоких результатов. Сегодня «Семицветик» – это развивающееся современное учреждение. Сотрудники его помогают всестороннему гармоничному развитию детей, учитывая их особенности и, конечно, успешно готовят детей к школе. К юбилею «Семицветика» сотрудники объявили необычную выставку. Творческим дошколятам и их родителям предложили изготовить торт из любых подручных материалов. Результат превзошел все ожидания. Мы насчитали больше 1000 изделий. Есть торт из воздушных шаров, бумаги, конфет и даже вот такой вязаный. Выглядит очень аппетитно. Кабинеты дефектолога, социального педагога, психолога, логопеда, изо-студия, музыкальные и спортивные залы, бассейн, зимний сад. В «Семицветике» предусмотрено все для интересной жизни и успешного развития детей-дошкольников. Оборудованные по современным требованиям медицинский блок и пищеблок – отличные условия для организации полноценного питания и поддержания здоровья малышей. С апреля 2011 года руководителем учреждения назначена Вера Кожевина. Ее педагогический стаж больше 15 лет. У нас много традиций, наверное, они совпадают с традициями других детских садов. Это семейные праздники, это праздники дни здоровья, тематические дни, недели. Это участие в различных соревнованиях, начиная с наших малых северных соревнований. Дальше мы уже выходим на большие северные сияния среди дошкольных детей дошкольного возраста. Очень много уделяется внимания выставкам творческим, работам, взаимодействию именно родителей с детьми и с педагогами. Малыши в стихах рассказали, как любят свой детский сад, и в песнях, как с радостью утром туда идут. Красивый был. Что? Добрый. Много детей было. Красивые воспитательницы были. «Семицветик» – это яркий пример сотрудничества окружной администрации и нефтяной компании «Лукойл». Детский сад представляет собой трехэтажное монолитное здание, обшитое панелями ярких радужных цветов. Рассчитан он на 300 мест и вмещает 15 групп. Современный, красивый, с необычной архитектурой детский сад стал настоящим украшением и гордостью Нарьян-Мара. А открытие его было приурочено к 80-летнему юбилею Ненецкого округа. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».